Это Вишевская. А я хотела спросить, а в какую мы игру будем играть, ну, именно в Adopt Me? Ну, там, в Adopt Me, острова, например, такое. The Underground RP in Dev. Я только пришла, я знаю, что вы сейчас делаете. А, ну, в принципе, мы только-только начали. Так что... А какую в Роблоксе заходите? Куда в Роблоксе? Можно, пожалуйста, в чат отправить название мини-игры? Вообще, ну, я первый раз в Роблоксе. Я в Роблокс вообще никогда не играла, только слышала, что есть такая игра. Я не разбираюсь, и я думала, что мы будем программировать, а не просто играть. Как это программировать? Ну, никто из нас не умеет программировать. Вот. Тот, кто вообще не играл в Roblox, так вот. Я сейчас вам покажу, что это за штука. Это вот такая вот игра. А тебе на компьютер не сложно играть? Нет, не сложно. Это даже я вообще на компьютере играю. Можно спросить? Можно, пожалуйста, рассказать, какое управление в Роблоксе на компьютере? Я просто только начинал играть на телефоне. Хорошо, я расскажу. Тут управление такое. Прикольно. Undertale. Можно мне сказать? Так вот. Что, Ника Вишевская? Еще раз. А ничего, если я на телефоне играю, или нужно именно на компьютере? Все нормально, все прекрасно. А, окей. Немножко другое, но все нормально. Так вот, сейчас я опущу тебе руку, и все нормально. Так вот, тот, кто вообще никогда не играл в Roblox, это, в принципе, вот такая вот, вот такой Roblox. Здесь ваши друзья, friend. Здесь вы можете выбирать игры, в которые играть. Здесь вообще, вот если нажать вот сюда, вот на эту кнопочку, то у вас откроется список всех игр. Здесь, если вы нажмете сюда, то вы сможете изменять свой внешний вид. Сейчас, загрузится. Так вот, вот так вот. Да. А у меня вопрос, а ты свой скин купил за Robux? Нет, он бесплатный. А ты единственное, что купил за Robux свой скин? А можно поднимать руку, прежде чем говорить? Мне это немножко мешает. Так вот, продолжаем. В общем, теперь я буду рассказывать, как управлять этим всем. Сейчас. Вроде бы, как это называется? Сейчас. Сейчас, секундочку. Просто мне нужно кое-что сделать. Ага. Так вот, управляется так. Если вы хотите идти вперед, то нажимайте клавишу C. Назад. Направо. Как это называется? Направо V, а налево Ф. Так вот, если вы хотите с чем-то взаимодействовать, нажимайте левую кнопку мыши или правую, зависит от того. Ну и, в принципе, вот такое вот управление. Все поняли? Все поняли? Да. Хорошо. Так вот, переходим к главному.
Приготовьтесь слушать эту лекцию полурока. Шутка. Так вот. Я расскажу вам, как играть совместно. Совместно со своим другом. Во-первых, надо добавить друга в друзья. В принципе, логично. Вот, например... Сейчас. Это не обязательно вот вводить вот так вот именно. Я просто для примера. Смотрите. Берем. Вводим вот сюда вот. Этот имя своего друга. Потом нажимаете Add Friend. И тогда вы отправляете запрос на дружбу. Своему, ну, тому, у кого вы нажали Add Friend. Если он принимает, значит, вы друзья. Так вот. Теперь я рассказываю, как подключиться к игре. Так вот, ваш друг заходит в игру какую-нибудь, и вы хотите к нему подключиться. Нажимаете на его имя вот здесь вот. И нажимаете вот здесь вот черненькую кнопочку Join. Все поняли? Да. Все, все прекрасно. Тогда мы можем начинать даже играть. А, нет, сорян, я кое-что забыл. Надо же всем меня в друзья добавить. Так вот, давайте так. Я добавил, я второй раз здесь. Тогда прекрасно вообще. Давайте так. Вы в чат в Зуме будете отправлять свои ники, а я буду вас добавлять. Я вижу свой ник там. Ну, хорошо. Подождите, нет. Не пишите в чат свои ники. Так вот, прежде всего надо вот что сделать. Прости. Отправить мне запрос на дружбу. Вот, вот мой ник. Вот это вот. Вписывайте его... Я уже его... тебя раньше отправила. Хорошо. Вписывайте его вот сюда. И нажимаете на вот эту кнопочку и добавляете меня в друзья. Филипп, а можно вопрос? У меня сын первый раз подключается. Вот он залогинился, и у него главная страница, да? То есть какую ему надо? Ему надо какую-то игру выбрать? Или что сначала? Нет, надо сделать так. Для того, чтобы добавить меня в друзья... Кстати, mm-hmm. А вы знаете вообще, какое управление в Roblox? Нет, я говорю, мы первый раз. Может быть, да. Вообще пока не стоит с вами играть, а как-то поизучать этот вопрос. Давайте мы как-нибудь запланируем отдельную конференцию, ну, например, на завтра, и я вам объясню, что как, где, когда. Хорошо. Давайте. Хорошо. Давайте. Как лучше это сделать? В конце занятия расскажете? Нет, лучше всего просто на отдельной конференции. Хорошо? Да, я имею в виду, как нам договориться про эту конференцию? Так вот, просто в Телеграме, в чате в Телеграме... Можно просто написать название этой, то, куда заходить в... Нет, я сам скажу, куда заходить, потому что, как бы... Название, куда нам надо заходить... Я сказал уже, как вам заходить. Вот, вот это вот то, что сейчас в чате? Нет. То, что вот это вот. Но сейчас никуда не заходим. Никуда. Окей. Пожалуйста. Я вам все объясняю. Вы хотите только зайти туда, зайти. Просто в том дело, что это не так работает. Вообще нет. Что, Ника? Я тебе вроде как отправила запрос на друга.
Вроде как. Какой у тебя ник? Какой ник у тебя? Инка, нижнее подчеркивание, 666. Инка. Сейчас, хорошо. Я остановлю демонстрацию, чтобы вы смотрели на мой ник и отправили мне запросы. Можешь еще раз повторить? Инку, на английском, нижнее подчеркивание, 666. У меня вот, короче, на телефоне. Блин, плохо видно. А, да не, я уже тебя нашел. Сейчас ты у меня в друзьях. Да, я в друзьях у тебя. Не надо говорить, кто в друзьях. Надо просто посылать мне запросы и говорить, какой у вас ник. Хорошо. Так вот. VVARUSH. Там у меня запрос на дружбу. Сейчас вот пытаюсь отправить. Что? Помню, как это делается. VV. Скажи, когда отправишь. Извините, можно в чат Zoom отправить? Я должен отправить тебе запрос. А я прослушал, какой у тебя ник. Он вот здесь вот на экране. А на самом верху, слева, рядом с картинкой робота какого-то. Желтенькая. Мэроснус. Я сейчас напишу. Вот так вот. Отправил. А Филипп, вот у вас есть там Мэроснус пишет. Слева какой-то есть квадрат. Это что такое? Где квадрат? Вот пишет, где квадрат? Мэроснус. Где пишет Мэроснус? Слева такой квадрат между твоего ник ими и твой аватар. А, это значит, что у меня премиум. Это не важно. Понял. Я отправил, принимайте, пожалуйста, приглашение. Хорошо. Я замазал вам. Так вот. Кто отправил запрос? Ник свой в чат написал. Ярослав Иванов, я уже отправил. Могу переслать еще раз. Давай, постой. Я не знаю, у меня плохая память. Вижу, Рома 5253. Вот я только что отправил. Ироним Степанович? Да. Я тебя еще отправил на... Я Лула Мазир. Сейчас... У меня Ероним... Хватит писать, что отправили. Просто говорите это и говорит свой ник. Я отправила запрос и мой ник. Какой-то там. Потому что я... Можно я скажу? Подожди секунду. Там не S, а C. Да, я заметил уже. Что? Все.
Я Рома 525352. Тебе напомню. Давай тебе. Можешь в чате написать свой ник, а не говорить текстом. У меня плохая память. Я написал уже. Так напиши еще раз. Варуша, прости, но я тебя уже принял. Так вот, кто? Кто ты? Рома 525352? Или кто это? Да. Сейчас, хорошо, я сейчас тебя добавлю. Отлично, приму твой запрос. Буду надеяться, что остальные все мне послали запрос. Бренди слаб. Пожалуйста, можешь не писать. И вообще никто. Я просто сейчас другим делом занимаюсь. Мне очень хотелось бы кого-нибудь из конференции. Вот. Все, я принял запрос. Бренди слаб. Ты отправил мне запрос? Или отправила? Я раньше отправила. Что? Я раньше отправила. Ну. Шо? Б. Сейчас. Один Б. Сложно. Сейчас я посмотрю. Что, Ника? Извиняюсь, то я этот руку забыла опустить. Сейчас опущу. Попробуй опять. Я уже удалила один раз. Сколько там? Ну, сколько? 458. Напишите 4. Луна Мазер, я тебя уже добавил. Поднимите руки те, кто меня еще не добавил. Тик-так. Все меня добавили, что ли? Да, я добавил. Да. Все, хорошо. Значит, да. Можно начинать игру. Все, я останавливаю демонстрацию. Надеюсь, все видели, как играть совместную игру. Но на всякий случай я еще раз покажу. Нажимаете вот так вот на имя своего друга. В нашем случае это Мороз с вот такой вот картинкой. Потом нажимаете на вот эту черненькую кнопочку Join. Всем понятно? Всем понятно? Да. Все, всем привет, до свидания. Мы начинаем игру. Вот я не говорить не буду. Сами должны разобраться. А я нажал на имя. Сейчас я покажу, что у меня. А, нет. Не надо показывать.
Ну, можно еще раз показать, что надо сделать? Возможно, я неправильно сделал что-то. А, хорошо, тогда никто не заходит за мной в игру. Пожалуйста. А, я уже зашла. Тогда, не, тогда выйди. Скажи нам, когда заходить, окей? Хорошо, скажи. Так вот. А что, что надо делать? А, скажу. Вот. А, еще раз. А, нажимаем на мое имя. Потом. Потом вот здесь вот черненькая кнопочка Join. Нажимаем на нее, и вы вошли в игру. Все, все. Понятно? Да. Да. Все, все прекрасно. Все, теперь идемте. А этот, я хочу зайти через тебя, а мне пишет Join Error. The user, the... Потому что я еще не зашел в игру. And... Я еще не зашел. Скажи, когда зайдешь, окей? Хорошо. Я захожу. Тик-так, тик-так. Зашел в игру. Заходите за мной. Алло. Так я уже захожу. У меня загружается. Угу. Ну, тоже загружается. Кстати, чтобы выбрать персонажа, просто нажмите на него, на его имя левой кнопкой мыши. Я захожу. Заходи. Ну, зашли? Мне напишется, у меня пишется, we or you were kicked from this experience. То есть меня почему-то удалили. А, я не знаю. Это странно. Попробуй еще раз зайти. У меня уже грузится. А у меня говорит assets remaining. И число уменьшается. Это означает, что, что тебе надо попробовать еще раз. А у меня есть вопрос. Вот я загрузилась, у меня этот... А я там все прошла, а мне там этот выскакивает такая типа таблица. И там наверху пишет «Select your character». Там попали в «Sans Face», «Torial», «Flavi», «Napstablook», «Roblox», я же вам сказал, для того, чтобы выбрать персонажа, нажмите на его имя левой кнопкой мыши. Я уже грузится. О, Варуша, я тебя вижу, это я, чувак, который... Хочу быть на стаблоке. А вы на сервере Undertale? Да, но заходи к нам через дужин. На стаблоке Инка-666. Инка-666, это их ты. Привет. Мама. I'm sans. Помоги, пожалуйста. Hi, my friend, NaptoBlock. Мне там какие-то характеры выбери, говорит. Я же сказал. Нажимайте левой кнопкой мыши на того, кого вы хотите выбрать. На его имя, точнее. А можно название сервера в чат? Потому что, возможно, так получится. Нет, так не получится. Sorry, что я рассыпался, но надо. А? Ничего, это я говорю тем, кто уже выбирал. Прости, что я рассыпался, просто надо было. Ну, у меня не получается. Ну, значит, Филипп, а что это типа? Попробуй еще раз.
Соляша не получилось. Можешь, кстати, попробовать перезапустить игру. Ты меня видишь, да? Я здесь, цветочек. Да, привет, Клауи. Это я. Я полностью знаю сюжет игры, поэтому я просто полностью понимаю, о чем вы говорите. Прям... Ну, так что... Да. Ну, я тоже, в принципе, полностью знаю сюжет игры. Так что, в принципе, все как. Кстати, у вас там есть слева и справа менюшка, что вам можно делать. Что вы сможете делать. Торель там стоит. Эй-эй-эй-эй-эй. Не входите в порталы. Не входите в порталы, пожалуйста. А... У нас тут Торель рассыпалась. Господи. Появилась. Интересно как-то. Поставил он голову на место. Все вошли? Или нет? Или кто-то нет? Или кто-то еще не вошел? Все вошли? Алло? Вы меня слышите? Я вошел. Куда надо зайти? Я вошла, но я сейчас невидимая. Ну, хорошо. Значит, невидимая. А я пока что почти тут за столь трагическую сцену, но просто как надо. Я персонажа сменить просто хочу. Ну, возможно, надо аккаунт поменять. Нет, это не так. Филипп. А. У меня вот ремайнинг 200 что-то. Что это, типа? Значит, надо попробовать еще. Я уже это второй раз пробую. Ну, знаешь, что у тебя не получится это сделать. Ну, уж простите, я не делала эту пробу. Я лишь играю в него. Я нечаянно в игру зашел. А? Я нечаянно в какую-то комнату зашел, где там... Где что? Там кухня есть, там еще там какой-то. А, так вот, все нормально, просто ты зашел в дом Санса. Там Гастер есть. Да, знаешь, там есть Гастер, но не надо его выбирать, у вас не получится. А как выйти из этого дома? А? Как выйти из этого дома? А? А как выйти из этого дома? Кого? Подожди, пожалуйста, меня. Я сейчас там вышел, и там говорит, какие-то снег там. А, ты вышел? Ну, хорошо, вышел, значит, вышел. Как тебя зовут? Я забыл. Какой твой ник? У меня Яроним Степаныч. Яроним Степаныч. А можешь подойти обратно к дому? А можно я перезайду? Я в какой-то черной комнате, там, где у меня Fight, Mercy, акция. Нет, не надо перезаходить, не надо. Просто нажми на Escape и Reset, честь, Reset. Где, можешь ее повторить? А? Можешь, пожалуйста, повторить, что нажать? Escape. Там слева внизу будет кнопочка Reset Chaser. И Reset. Там посередине экрана будет. У меня просто вот. Что? А, вот так. Да. Да. Сейчас ты в каком доме? Так вот, можешь еще? Я не в доме. Я не знаю, где. Так вот. Там у тебя слева наверху будет маленькая кнопочка значка Roblox. Нажми на нее. О! Там будет кнопка Reset Chaser и Reset. Привет. Там, я где? Прыгаю сейчас. Черный экран. Секундочку. Идешь. Все.
Все, там у тебя пошел. Я сейчас прыгаю. Кто-нибудь меня видит? А, где? О, перед телевизором. Эй! Нас... кто-нибудь есть у нас под ником? Нас... Нас... можешь остановиться сейчас? Пожалуйста. Спасибо. Так вот. Да. Нас... А где? Я Мус. Маус. Есть тут где? Я в гараже. Ой, это спальня. Спальня? Да, я в спальне. Господи. Я в спальне на кровати. А, хорошо. Ну, прекрасно, не знаю. Подойди. Вот. А я сейчас на улице. Хорошо, на улице. Давайте так. Все сейчас мы вернемся в начальную комнату, где порталы, куда надо идти. Пожалуйста. Окей, подожди, сейчас. Ребята, где начальная комната? Инка 666. А я в зиме. Я тоже. Я тут. Для того, чтобы это сделать, просто нажмите на слева наверху, у вас будет маленький значок Roblox, нажмите на него, там будет кнопочка посередине слева, Reset Chester, и когда вы нажмете на него... Я не услышал, куда нажимать? На слева наверху будет такой значок Роблокса. На него нажмите. Нажал, потом Reset Character. Reset Chester и Reset. Хорошо. У меня она не горит. Если ты какой-то другой герой, то тебе надо нажать на эту кнопочку, а потом у тебя слева будет такая панелька со всякими штуками, которые можно делать. И там есть кнопочка, как она называется сейчас? Подожди, я проверю. Я в начальной комнате. Это прекрасно, хорошо. Так вот, это называется, эта кнопочка, там написано красными буквами что-то. Я забыл, что именно. Так вот. В общем, нажали reset, и там у вас слева будет в менюшке, в правой менюшке, кнопочка turn to dust. Хорошо? Я не могу на ресепнуться. Так я же сказал, не нажимайте те, кто не может. После слева у вас в менюшке будет кнопочка turn to dust. Нажмите на нее. Я перезайду. Не надо, перезаходи. Я вам все объясню. Просто вы меня не слушаете. Меня не слушайте. Вот в чем ваша проблема. Алоха, вы меня слышите? Да. Угу. Все зашли в игру или никто? И я зашел. Я в начальной комнате. А я... Тогда все пройдите в начальную комнату. А потом мы все вместе пройдем в комнату с колоннами, в другой портал. Подождите. Рядом с которым стоит Тони. Подождите ко мне, пожалуйста. Подожду. Да. Эй, кто-то уже туда зашел? Или нет? Или нет? Да, я в начальной комнате. Это прекрасно.
Но, секундочку, я к вам сейчас приду. Подожди, я не в начальной. Так вот, если вы все в начальной комнате? Я нет, если покажу. Кто не в начальной комнате, тот может вообще занятием не заниматься. Ну, ладно, я, конечно, разрешаю вам там играть своим всем этим, но будьте благоразумны. Лумазия. И все остальные, кто в начальной комнате, можете пойти за той, которая сейчас прыгает с огнем в руках? Да, пойти. Вот ко мне. Той, которая пыляет огненными шарами. О. Тогда идем. Сейчас. И выбираем вот сюда, вот сюда. Подождите меня! Ой, вот. Простите, ай, мы не можем. Нет. Ладно, можем, конечно. Но для этого нам всем придется еще раз умереть. Я цветок. Ту, я это... понял, я тебя вижу. Прости, что я исчез. А мне выходить? Ты вышел. Нет, не выходи. Ну ладно, хорошо. Так вот, все в начальной комнате? Да. Подожди, ну, нет, мне тогда секунду дай, дай мне секунду. Хорошо, нет, две я... секунды ждем. Две секунды мы подождем. Подождем, черт возьми, подождем. Подождем. Алло, умирать не нужно. О, я в главной. А, прекрасно, все в главной? Да, я возле кота. На, коте. Это не кот, собака. Это собака. Так а вот, как стать собакой? Надо зайти. Все идем за держащий огонь в руках пони. Вот такая пускает огненные шары. Пожалуйста. Ой, иду, иду. Которая сейчас кинула огонь? Да. Ой, это возле тебя, я прямо возле тебя. Прекрасно, все, хорошо. Здорово. Тогда все здесь? Все здесь. Все прекрасно, идем мы сюда. А, вот. Да, пошли. А вы выбираете левую. Так, вот сюда. Привет, Флауи. А где ты? Так, и где ты? Привет. А вот. Привет. Давайте. Я огненная Ториэль. Давайте я вам пирожки спеку. Вот. О. Я вам пирог испек. Ладно, все, а я пока прогуляюсь за деньги. Я пока прогуляюсь за деньги. У меня пирога больше нет. Я стал невидимым. Филипп, я прошу прощения, у нас осталось 5-7 минут до конца урока. Ну, значит, 5-7 минут. И ты выключил демонстрацию экрана, правильно? Ну, да. Все хорошо. Рома, 5-2, 5-3, 5-2. Я здесь. Я тоже. Здрасте. Привет, малый. Я твой ник вижу. Я знаю. Видел. Это такая особенность здешней невидимости. Я тебя видел. Можно видел. Видеть ники. Блин, дальше нельзя. Я тебя видела, а теперь не вижу. А меня здесь нет. Смотрите, я сейчас выйду из-за этого тоненького дерева. А я здесь? Есть. А как ты это сделал? Не понял. Сейчас, что я сделала? До свидания. Трындец, я случайно попала в начальную комнату. Ну, значит, случайно. Да случайно бьют отчаянно. Ха-ха-ха. Ну,
Вау. Хай поправилось. Кстати, мне я показала же раньше, что... А что, мы сейчас играем, что ли? Давно. Это что за игра такая? Только идешь по кругу и все. Нет. В том-то и дело, что это только одна из карт. Все возвращаемся в начальную комнату. О, теперь горит рестарт. Все в начальной комнате? Подожди. Все? У меня лодин сейчас говорит. Я в начальной комнате, да. Вот, все в начальной комнате? Все. Извините, так вот, нет, нет. Следуйте за призраком в наушниках. За призраком в наушниках мы следуем вперед. Идем же вы за мной, люди бот-да-боб. Вы идете или нет? Я не иду туда. Где ты? Я призрак с наушниками. Я ничего не понимаю. Вы. Не нахожу тебя. Нет, ты невидима или нет? Я. О, привет, Газ. Ладно, все. Я пошел. Всем до свидания. Я в Сноуден. Стой, ты где? Я в Сноуден. Понял. Та-та-та-та-та-та, я близок к наушнику. А где? Вы в Сноудене или нет? Я не вижу сейчас тебя. Потому что ты не в том измерении. А куда надо идти ты? В другое... В другое... Давай. Звук не идет. А я не могу ресет сделать уже. Я в комнате говорил, который... Там ты еще не можете, который ты говорил. И я не могу ресет сделать. Можно я выйду из игры? У меня заглючило. Хорошо. Кстати, здравствуйте всем. У нас закончилось время. Ну что? Нет. Алло. Нет. Я не нахожу тебя. Потому что меня здесь нет. Апония. Все, я вышел из игры. Наше время кончилось. Всем до свидания. Всем пока. До свидания. Пока. Пока.